Сегодня выбор изданий для подписки широк и разнообразен. В общем каталоге насчитывается более 6000 наименований белорусской и зарубежной периодики. Практически каждый от мала до велика сможет найти в этом списке газету или журнал не только по душе, но и по карману. Подписчиков всего по Брестской области порядка 600 тысяч. Соответственно, самые популярные издания – это наши основные республиканские издания, областные, ну и региональные СМИ. Сегодня региональные СМИ – это актуальная тема, потому что каждый читатель в первую очередь хочет читать про тот регион, где он проживает, и проблемы этого региона его интересуют больше всего. Директор Брестского филиала республиканского унитарного предприятия «Белпочта» Валентина Пух отмечает, что выбор периодического издания порой настоящее семейное дело. Нередко бывает так, что сразу несколько поколений семьи делают выбор в пользу определенного журнала или газеты. Печатное слово, печатные средства массовой информации, оно остается на сегодняшний день востребованным. И те подписчики, которые на протяжении многих лет были преданы своему изданию, они читают из поколения в поколение, у нас и такие подписчики. Они, несмотря на то, что сегодня сеть интернет очень доступна, да, и можно получить большое количество огромной информации, они остаются преданными своему изданию. Многие участники сегодняшней акции также активные и постоянные подписчики. Для кого-то это возможность профессионального роста и самообразования. Кто-то выбирает издание для детей, так как считает, что это будет очень полезно и увлекательно для самых маленьких членов семьи. Однако, несмотря на разные причины, все они сходятся во мнении, что чтение важно со составляющая гармоничного развития человека. А потому уже не один год стараются находить интересные и полезные печатные СМИ для всей семьи. Подписываю, конечно, не для себя, а для, по просьбе моей жены, поскольку она работает в сфере здравоохранения детским врачом. Выписываем этот журнал уже не первый раз. Так что много чего полезного она подчеркивает там, как специалист для своей работы, и руководство дальнейшей своей работы. У нас ребенок, первый ребенок с очень маленького возраста, он выписывал, читает очень. Сейчас ему уже 10, но с удовольствием мы по возрасту пытаемся подписывать ему журналы. И сейчас подсматриваю какой-нибудь для младшего ребенка, еще 3 года, конечно, но уже надо его приучать, чтобы как-то он уже подходил к чтению. В мероприятии приняли участие представители печатных изданий. У посетителей была уникальная возможность не только узнать больше о том, чем сегодня живет их любимая газета, но и высказать свои пожелания для будущих выпусков, чтобы уже в очередном квартале получить интересующую информацию из проверенных и давно любимых источников.